Давайте сразу разберемся с наиболее очевидным моментом. Если вы фанат сериала, если вы без ума от Gravity Falls, то вы можете этот обзор уже дальше не смотреть. Потому что я, в общем-то, практически полностью разделяю ваше мнение относительно 17-й по счету серии Deeper and Mabel vs. The Future. Deeper and Mabel против будущего. Он был шикарен. Это был отличный эпизод. У меня практически никаких претензий к нему нету, но так как я все-таки пытаюсь изображать здесь объективного критика, кое-какие маленькие ниточки постараюсь вытащить из этого ладно скроенного платья повествовательного сюжета. Тем не менее, я думаю, что если вы хотите просто увидеть оценку, она практически тоже будет идеальной. Не переживайте. Поэтому, чтобы немножко, как говорится, потянуть резину, поговорим о сюжете, если вы все-таки решили остаться здесь. Итак, сюжет. Я прекрасно понимаю, что авторы постарались растянуть всю тему приключений во время лета максимально, насколько это возможно. Получилось практически то самое бесконечное лето, ну, понятно, что оно несколько иного плана. Тем не менее, оно так и подходит к концу, и подходит к концу, да, в этом самом 17 эпизоде. Поначалу мы видим, что Мэйбл очень так позитивно настроена, она готовится устроить прощальную вечеринку и в то же время отметить, соответственно, день рождения Дипера и свое, потому что 31 августа у них вот так удачно или неудачно, как посмотреть, совпало, что до дни рождения. Она отправляется, соответственно, подготавливать все это мероприятие, находит площадку где-то в старшей школе, готовится там позвать всех своих любимых подруг, количестве Гренда и Кэнди. А Диппер в то же время утаскивает по своим важным делам уже Форд. То есть это такое продолжение, продолжение той, в общем-то, канвы, которую мы уже до этого видели, что Диппер и Мэбл потихонечку, 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 но отдаляются друг от друга. Причем, по большому счету, наиболее явно это началось именно с появлением Форда, который как магнит притягивает Диппера к себе, как ну, определенную такую родственную душу. Ну и, если вы, опять-таки, может быть, как-то одним местом смотрели этот эпизод, поясню, что диппер он утаскивает не потому, что он ему просто очень сильно нравится, а потому, что ему нужен помощник для заклеивания такого вот защитного шара, защитной сферы вокруг межпространственного разрыва. То есть, как бы у них там отнюдь не игра в бирюльки. Но если диппер и Форд решает какие-то глобальные проблемы, то на примере Мейбл мы видим проблемы личностные, которые у нее как раз-таки наоборот возникают. Потому что она видит, что старшая школа, называющаяся именами отстой, а ее подруги не смогут присутствовать то, что там Гренду уезжает к своему заморскому принцу, о котором внезапно все-таки вспомнили, а Кэнди отправляет в музыкальную школу. Такие вот неприятные повороты сюжета. То есть она, естественно, ощущает себя после всего достаточно подавленной и от былой инициативы практически не осталось и следа. Но тем временем, да, нас быстренько переключает на что-то чуть более увлекательное, потому что Форд рассказывает Диперу, э, что, оказывается, Грэвити Фолс построен на костях индейского кладбища. Ладно, 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 не будем ходить в Стивена Кинга. Когда-то в этом месте потерпел, э, потерпел аварию инопланетный корабль. Да, мы теперь и инопланетян тоже затрагиваем. Пошли практически стопроцентные секретные материалы. Вот, и, собственно, из части этого корабля он построил тот самый межпространственный аппарат, который использовал позднее Стен. А там они должны найти, собственно, такой инопланетный некий клей, некую такую субстанцию, которая сможет защитить, заклеить вот этот вот, соответственно, механизм, удерживающий межпространственный разрыв. Попутно мы видим такую, может быть, и неумышленную психологическую игру, потому что Форд действует как эдакий Мефистофель-искуситель. Он намекает, что Диппер как бы хорошо ему помогает, что Дипер не простой парень. Те самые слова, ты не такой, как все, ты не простой парень. Ты можешь быть моим помощником, моей правой рукой, ты многого добьешься, скушай это яблочко и так далее. Но в данном случае, я думаю, что это идет действительно от чистого сердца. Просто, ну, Форд, может быть, немножко неправильно подбирает слова, это тоже можно понять. Он поясняет, что да, Диппер заслуживает большего, и он предлагает ему остаться в конце лета в Грейте Фолс, а не уезжать вместе с сестрой и как бы вместе продолжать им научные исследования, которые бы вот проводили здесь. И, и это охрененно привлекательное предложение, как легко догадаться. Так что буквально сразу Дипер, может быть даже готов был ответить, но их прерывает там сработавшая охранная система, которая утаскивает Форда и Диппер опять-таки геройствует. То, что Диппер делает хорошо, это Дипер геройствует. Вот, то есть там следует такая достаточно на самом деле продолжительная экшен сценка она клевая, она очень клевая, и в конечном итоге да, Дипер спасает своего дядюшку, причем. Маленький момент, от которого меня покоробил, окей, okay, он был здесь все-таки эм, охранная система здесь в виде двух шаров. Н я не думаю, что здесь что-то подразумевается пошлое, но э, они работают по принципу. По тому же принципу, что монстры из этого дурацкого фильма, сейчас скажу, э, после нашей эры After Earth, Господи, они реагируют на страх. То есть, если ты их боишься, то они тебя атакуют. Поэтому э, Дипер за какие-то несколько секунд умудряется освоить приемы древних йогов и умудряется не бояться этого Шарака, когда он защищает своего, соответственно, дядюшку. На самом деле это было довольно-таки клево, достаточно эмоционально, и да, э, после всего случившегося, после всего эпика, и после спасения Форда, э, я думаю, что у Диппера просто не оставалось вариантов. Мало ли что он знал, а точнее, чего он не знал. Что, например, у него работала рация и Мейбл, который там пытался приобрет... приободрить Стэн, и которая там решила, ну, по крайней мере, Диппер у меня будет. Она все это слышала. То есть она понимает, что вот последнее, за что она цеплялась, за Дипера, за своего родного брата, который такой надежный, дубовый, вот он всегда рядом, он тоже от нее уплывает. И, собственно, когда уже следует между ними сценка, очевидно, что это, как говорится, два камня, которые просто высекает искру банально. Искра там летает будь здоров, потому что это одна из самых эмоциональных сцен получилось за все два сезона. Ну, может быть, за исключением Not What He seems когда там, собственно говоря, я тебе доверяю, Стэн, я тебе доверяю. Здесь было что-то такого же уровня. Опять-таки, отличная игра актрисы озвучения. Вот. И, прихватив не свой рюкзачок, Мейбл убегает в леса, в леса, в поля, где случайно передает тот самый разрыв между мирами Биллу Сайферу. Да, он вернулся причем в теле Бландина Бландина, или как его там звали путешественника во время, да, Бландин Бландин. Вот как раз-таки на что нам намекали в предыдущих эпизодах, что вот кого там, собственно говоря, Билл Сайфера выберет в качестве своего нового, вот это оболочки, которую он займет, оказался Бландин. Да. То есть Бландин говорит, опять-таки в стиле искусателя, да-да-да, что вот, пожалуйста, я тебе установлю такой специальный волшебный купол, в котором не будет идти время, и лето будет длиться вечно, твоя мечта исполнится. Окей. Мейбл купилась на это. Если бы это был Диппер, он бы не купился на этот, как бы вполне понятно. Вот, но Мейбл на это купилась, причем купилась, я думаю, что в том числе, потому что а Дипер ее реально просто доканал вот этой вот последней каплей. Она явно испытала очень много чего неприятного за этот день. Она даже говорит, что это был самый ужасный день за всю мою жизнь. И под этой психологической нагрузкой она в конечном итоге действительно сломалась, отдала этот э, разрыв. And, and the shit got real. And the shit got real, действительно. Потому что Cypher просто выпускает. Все силы зла на бружу. Я не знаю, как это описать еще. Потому что когда он разбивает этот самый вот этот вот сферу, этот защитный механизм, он там уже просто начинает трескаться мир. Мы видим портал в другое измерение, мы видим хохочущего белосайфера. Мы видим на заключительных титрах трепещущий листок и жуткие крики где-то на фоне, мы можем лишь догадываться. Вот, блин, вот эти финальные титры. Это было, пожалуй, самое сильное, что я вот для себя лично увидел в этом эпизоде. Потому что это было шикарно. Это было вот именно в том самом плане, как нужно делать правильный хар. то, что ты не видишь, пугает тебя больше, чем то, что ты реально наблюдаешь. Да, мультяшное зло, я думаю, не производило бы как вот впечатление. Но эти крики, эти закадровые крики, когда ты сам можешь додумать, что же там, черт возьми, сейчас творит Билл Сайфер, это действительно слегка жутковато. Это было обставлено абсолютно правильно, и контраст вот этого позитива, с которого начинала, собственно говоря, серия, о, вот Мейбл опять приклеила себе глазки на подбородок, это так забавно, ахахах, она дурачится. Контраст-то удался, что я могу сказать. Так что сюжет, конечно, держал вот тебя буквально за горло, не отпуская, и умело шокируя, черт подери, очень умело шокируя, очень умело буквально в конце выбив почву из-под ног и превратив этот эпизод из просто хорошего в действительно захватывающий, отличный и оставляющий надежду на очень сильное продолжение в следующей серии. Так что так вот. Отсылки и интересности. Для начала несколько цифр. Гипермейбл Мейбл были рождены 31 августа 1999 года. У Форда 12 различных научных степеней. Билл Сайфер существует более миллиарда лет. Весьма солидный возраст. Мейбл ожидала, что жизнь в старшей школе будет чем-то напоминать мюзикл. Видимо, это намек на такой популярный проект, как High School Musical. Капсула, на которой едва не улетел Форд, смахивает на космический корабль из фильма «Полет навигатора». отсылкой к предыдущим событиям. Замечательная книжка Mabel's Scrapbook of Summer Memories, которую мы впервые увидели в эпизоде Deeper vs Manliness, содержит фотографию из эпизода The Legend of the Global Monker, а также групповое фото из короткометражки Mabel's Scrapbook Petting Zoo. Ручная Гуана Гренда, которая впервые появилась в Double Deeper, снова появляется в этой серии. На миниатюрной таинственной хижине, которую построила Мейбл, можно приметить растяжечку группы Several Times, Стэн упоминает, что он до сих пор выковыривает конечности зомби из мебели. Это отсылка к событиям эпизода Scurry Oak. Тайлер Кьюдбайкер рассказывает расскажет по Gravity Falls своей новенькой ленточке мэра «Привет, Станчуриан Candidate». На голове у Блендина отлично прижились те самые волосы, которые он получил в конце эпизода Blending's Game. Мало того, что мы видим самого Вадалса в эпизоде, мы видим и фотографию с ним, и, соответственно, Мейбл, которая была сделана во время событий Land Before Swine. Брелок в виде летающей тарелки, который впервые появился в краткометражке The Hide Behind и затем засветился в самом сериале в Dungeons, Dungeons and More Dungeons, наконец-то смог сыграть и некоторую сюжетную роль. Гренда все еще находится в отношениях с Мариусом из эпизода Northwest Mansion Mystery. Вполне очевидно, что Билл Сайфер рассматривал кандидатуру Блендина Бландина в качестве одного из своих возможных сосудов. И да, он мелькал в качестве одной из вариантов в конце The Last Mabel Corn. Ближе к концу эпизода Мейбл уходит в свой свитерный город, примерно так же, как она это делала в эпизоде The Hand That Rocks The Mabel. Гиппер упоминает, что он ошибался насчет портала Стена. Напомню, это прозрачная отсылка к событиям Not What He Seems, где Дипер подозревал, что Стэн при помощи портала хочет разрушить весь мир. Мы уже давно приметили страсть Дипера к жеванию ручек, но наиболее явно это проявилось в эпизоде Society of the Blind Eye. Разберемся с криптограммами и скрытыми отсылками в них. Ключевое слово к коду виженера в этом эпизоде Blue Book, является намеком на проект Синяя книга Project Blue Book. Это серия расследований, которые проводились по изучению НЛО в Соединенных Штатах Америки. После применения этого ключа к шифровке на титрах мы получаем «Did you miss me?» «Вы скучали по мне?» Небольшой приветик от Билла Сайфера. Цифровая же криптограмма после расшифровки дает следующий стишок. The prophecy seemed far away, but finally we've reached the day. Give up the past, embrace the strange, everything you care about will change. Пророчество казалось далеким, но наконец-то мы достигли этого дня. Отбрось прошлое, окунись в странность, все о чем ты заболотился, претерпит изменения. Значки внутри UFO отнюдь не лишены смысла. Они написаны кодом Билла Сайфера и после расшифровки дают различные записи от тех самых пришельцев. Из всего набора посланий нас интересует фразочка Black Blorf and Beyond, что является намеком на сеть Bad Buff and Beyond, а также упоминание побеги некой особи, которая может менять свою форму, Видимо, это некоторый намек либо на самого оборотня, либо на его родителей, которые сбежали и отложили яйцо с тем самым малышом, которого нашел Форд. Среди труп в НЛО можно приметить и еще символы Билла Сайфера. После расшифровки получаем фразу «Бетти и Барни были здесь». Это намек на Барни и Бетти Хилл, которые вроде как бы были похищены когда-то пришельцами, что вполне сочетается с тематикой эпизода. Достоинства и недостатки. Опять же, все то, о чем мы мечтали, и даже больше, эта серия доставляет. Она, она хороша просто до безумства. Она ощущается очень масштабной. В первую очередь за счет, конечно же, саундтрека, который здесь вот вот тут, я не знаю, опять-таки, Брэд Брик, кто здесь вложился, но это было очень круто. То есть это саундтрек уже не к сериалу, это саундтрек, по сути, уже к полнометражке. То есть на все эмоциональные нотки, когда надо было давить, этот саундтрек давил прям всеми своими слоновьими ногами, я не знаю, чем еще. Это было очень круто. Очень приятно видеть, что фанатское наблюдение, что Диппер и Мейбл потихонечку удаляются друг от друга, оно здесь получило подтверждение. Очень многие фанатские гипотезы, фанатские какие-то мыслишки, которые проскакивали там по поводу того же разлома, по поводу пришельцев, по поводу каких-то других моментов, они здесь получили свое железобетонное подтверждение. Это было очень здорово, Я думаю, видеть всем фанатам практически без исключения. Это было, опять-таки, очень грамотно разыграно. Мне очень понравилось, что эпизод в то же время опять-таки играет на психологическом поле, на поле э, взросления, потому что тема лета заканчивается, как детство заканчивается, по сути, для Диппер и Мейбл. Она здесь поднимается очень остро. И мы видим абсолютно два противоположных подхода. Диппер, который уже готов к этому переходу от детства именно к какому-то такому подростковому, более взрослому образу жизни. И Мейбл, которая по сути сопротивляется ему, потому что она испытывает жесточайшее разочарование в своих мечтах, в своих каких-то голубых мечтаниях. Как же там будет шикарно в старшей школе, вот как в сериальчиках показывают. Нет, не будет как в сериальчиках. Не будет, не переживай. Поэтому, конечно, здесь авторы разыграли одну из, твоих, из своих таких главных карт и тема, которую я ждал, которую я ожидал вот еще с самого первого сезона, куда же пойдет сериал, что же будет в конце этого самого лета, они здесь ее наконец-то выложили этот козырь на стол и надо еще дождаться, как он будет окончательно разыгран, но сейчас он просто очень сильно, очень сильно смотрится. Что все-таки я немножко поругаю, это, пожалуй, то, как здесь выглядел Форд опять-таки, даже я, наверное, не столько поругаю, сколько назову несколько спорным. Наверное, даже так правильно сказать. Потому что сам по себе Форд выглядит достаточно спорной фигурой. Он очень неоднозначен. Он выглядит опасным на самом деле. Он выглядит на самом деле не всегда понимающим, может быть, какие-то последствия своих действий, последствия своих слов. И опять-таки намеки на это течение как бы всего сериала давались, потому что ну собственно с чего все начинается, что он заключает сделку с Биллом Сайфером и э, то, что он там постоянно рискует тем же самым Диппером, да да это легко заметно. Ну и личные мои такие. Предпочтение по темпу, блуждание по НЛО и сценка в средней школе. Обе мне показались несколько подзатянутыми. Ну, в первую очередь, конечно же, блуждание по неопознанному летающему объекту. По тарелочке, да. Но э, я понимаю, что авторы хотели нам показать как можно больше и оставить, я подозреваю, что-то для, может быть, каких-то последующих событий. Если они, конечно, будут. То есть здесь э, показали, постарались показать по максимуму, дать по максимуму, опять-таки правильного экспозишена, пояснения, почему там Гипер в конечном итоге принимает это предложение, почему он, как говорится, скупился на него, да, окей, вот, почему это все-таки сработало. И эти сцены, да, может быть, мне они не так понравятся, вот, показались слегка выпадающими из общего такого потока гладкого эпизода, но они были необходимы. Тут я опять-таки не могу упрекнуть авторов ни в чем. В плане картинки все было опять-таки очень здорово, но ну, буквально там может быть один-два кадра выглядели такими как бы слегка скетчевыми, то есть они выделялись опять-таки исключительно на общем фоне, который был очень-очень вырезан, то есть очень много именно таких детальных бэкграундов, ощущений масштабности всего происходящего, это очень было здорово передано. А, буквально еще один момент я скажу, пожалуй, в качестве такого спорного, эпизод очевидно, не юмористические были. Забавные моментики там с Дипером, опять-таки с Мейбл, там может быть парочка таких словечек от нее и вообще забавного такого кривляния. Ну, это Мейбл, это Мейбл, это такая наша версия Пинки Пай. То есть она как раз-таки приличную долю юмора нам и подарила в результате. Но в то же время и подарила самую основную такую драму, самые настоящие такие эмоции, которые были в этом эпизоде. И поэтому эпизод, который с уклоном именно в драматичность, в психологию, в эпические какие-то переломные моменты. Вполне логично, что тут ну, не до шуточек, как говорится. Ну некогда тут юморить. Не та тема у нас. И даже вот этот более такой серьезный оттенок, он здесь как раз-таки правильно сыграл, как мне кажется. То есть, если тут и придираться, то может быть буквально каким-то мелочем. Уж извините. Итог. Перед нами практически идеальная первая часть финала сезона. Я думаю, что да, все таки финала сезона. Потому что э, первый сезон у нас был 20 эпизодов. Здесь у нас уже 17 плюс, очевидно, 18. Я не знаю, будет ли, будут ли авторы еще две серии как-то нам в каком-то варианте предлагать. Может быть, может быть, я ошибаюсь. Может быть, даже финал будет там не из двух серий, а из трех или даже четырех. Я не знаю. Потому что тут теперь нам могут подсунуть практически все, что угодно. Я даже отчасти надеюсь на это. На то, что нас сильно удивит. Но вот эта первая часть, она была выполнена очень здорово. Впрочем, впрочем, я поиграю в объективность и скажу, что оценка все-таки 4.5. Буквально мелкие шероховатости, какие-то чуть-чуть перезатянутые на личный мой взгляд опять-таки, сцены. Может быть, может быть, некая такая излишняя даже выглядящая доверие, э, доверчивость Мэйбл в конце эпизода, но там, там можно это объяснить. Практически все эти недостатки можно при желании немножечко прилезать, как бы объяснить, но совсем они от этого не исчезнут, уж извините. Поэтому высшую оценку я, наверное, все-таки не рискну давать. Приберегу, может быть, до следующей серии, кто знает. Вот, но пока что это, это было, конечно, очень круто. Повторюсь, я не знаю, что еще тут, в общем-то, можно еще сказать. Это было очень круто, это было очень здорово. И Gravity Falls, конечно, меня так взбодрил. Вообще очень сильный такой получился для меня отрезок времени. Я не говорю неделя, ну там укладывается в несколько дней на самом деле. Это, естественно, серия про меткоискатель My Little Pony, которая была супер эпична тоже. И там большие преобразования, священный статус-кво разрушен и так далее. И опять-таки, да, при, по, по сути, предфинальная, первая часть финала для Gravity Falls, это тоже было очень круто. То есть, пока эмоции, скажем так, играют, и когда сериал дарит такие мощные, такие позитивные эмоции, это всегда хорошо. Тем обиднее, наверное, будет все таки прощаться с Gravity Falls, тем обиднее будет действительно встречать этот конец лета, каким бы он ни был. Я очень сильно сомневаюсь, что мы можем рассчитывать на третий сезон или там полнометражку, которую там что-то по слухам вроде бы как-то планировали. я думаю, что да, это будет все. Это будет конец Gravity Falls, это будет конец на очень сильной ноте. Это будет не попытки просто выдавить бабла из фра успешной франшизы. хотя, может быть, отчасти Дисней как-то так немножечко прохладно отнесся к Great Falls. Я по-прежнему не так уж много вижу мерч по, например, этому сериалу. Но бог с ним, бог с ним. Потому что мы, в общем-то, рассуждаем не о всяких кепочках, мелких таких вот фигурках или еще о чем-то. Мы рассуждаем о качественном мультсериале, который действительно пробует быть чем-то большим. И я надеюсь, что завершение этой истории будет очень сильным. Эта история будет не просто вот она отыграла и ушла куда-то в прошлое, ее будут пересматривать, к ней будут возвращаться, и это может быть будет чем-то вроде нового аватара Last Стайрбендера, которого пересматривают там спустя многие годы после его выхода. Gravity Falls, я думаю, оставит после себя след. И я очень надеюсь, что последний эпизод останется действительно такой самой-самой высшей точкой. Остается лишь его посмотреть.